В музейном комплексе Павла Флоренского открылась выставка заслуженного художника России Леонида Демина. Особое место в творчестве Леонида Петровича занимает городской пейзаж. Коллеги называют художника романтиком реализма. Я тут жил, и все рядом, и все писал, эти переулочки, улочки, понимаете. И они меня видели, эти флоренские. Вот, я с ними был знаком, там, как они водичку, за водичкой ходили. У ихнего забора я писал там все время. Ну и предложили вот сейчас к этой вот музею уже вот эту выставку там, где ходил Флоренский, то есть по улицам. Эта выставка связана с двумя юбилейными датами. В этом году, 7 ноября, исполнится 90 лет художнику Леониду Демину, а 22 января отметили 140 лет со дня рождения священника и философа Павла Флоренского. Для яркой личности первой половины 20 века Сергиев Посад стал родным городом. Дом, в котором жил мыслитель, можно и сегодня найти недалеко от Троицы Сергиевой лавры на Пионерской улице. Музейный комплекс Павла Флоренского открыт на пересечении Вифанской и Пионерской улиц. История отца Павла связана, конечно, и с Сергиевым Посадом, и с его обитателями. И здесь мы решили приоткрыть такую завесу, скажем, художников 20 века. 20 века, в котором еще и жил отец Павел, в котором и жил наш герой, сейчас наш художник. И как изменилось это время. То есть это тема по местам отца Павла Флоренского. К 140-летию Павла Флоренского хранители музея решили провести культурные мероприятия в разных городах России. Выставка заслуженного художника России Леонида Демина в Сергиевом Посаде стала началом этого события. Всю свою жизнь, Леонид Петрович, вы занимаетесь сохранением истории нашего родного края. Торопился, потому что ломали очень быстро. Запечатлели то, что он видел в Флоренске, где ходил. Да, и когда мы сегодня смотрим на ваше творение, мы вспоминаем, что это есть та наша малая родина, которые мы все должны хранить и помнить. Произведения Леонида Демина можно увидеть на выставках в музеях и в частных коллекциях. Одна из его картин встречает посетителей Сергиево-Посадской стоматологической поликлиники на Клементьевке. В музее Павла Флоренского выставка Леонида Демина будет работать до конца мая. Сергей Осипов, Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».